Собственно, мы в лаборатории. Давайте-ка испытаем пушечку. Неплохо. Да. Посмотрим. Ничего не появилось здесь у нас. Шерри? Где она? Вот где она? Вот, ничего здесь не появилось. Тут еще напалм. Напалм мы уже понабирали довольно нормально. Еще патроны для пистолета. Но пистолетом мы пользоваться не будем. Уже, я думаю, в принципе. Так, хватит оружия. Так, смешать нас не с чем, да? Да, убираем. Убираем патроны для пистолета, убираем... где она? Лента. И убираем напалм. Так, где же он? Или... А, или весь напалм у нас с собой, что ли? Понятно. Так. Ну, давайте. Пойдем дальше. Так, первым делом нам нужно подать электричество. Для этого нам нужно сделать предохранитель. Еще одна аптечка. Кассета для предохранителя. Сюда больше у нас здесь ничего нету. Давайте. Отлично, взяли предохранитель. Возвращаемся обратно.
Вуаля, свет есть. Теперь начинаем исследовать лабораторию. Так. А вниз она не падает, кстати, из этой пушки. Так. Берем стрелу для арбалета еще. Лабораторный журнал безопасности. Меры обеспечения безопасности в случае ЧС. В случае проникновения биологической угрозы все меры обеспечения безопасности будут касаться подземной транспортной системы. В случае обнаружения каких-либо несоответствий в переправляемом грузе все материалы будут автоматически перенаправлены из загрузочной зоны к указанному скоростному поезду, а далее изолированы и немедленно уничтожены. В случае угрозы класса 1 весь поезд будет уничтожен без промедления. В случае заражения самой лаборатории в качестве пути эвакуации будет использоваться северный коридор, который обычно используется для транспортировки груза. Этот коридор ведет к пересадочным пунктам за пределами города. Разглашение любой информации касательно проводимых в лаборатории исследований или самой лаборатории строжайше запрещено. Так как основным приоритетом является сохранение в тайне любой информации об исследованиях, при определенных обстоятельствах доступ к эвакуационным маршрутам может быть перекрыт. Распыление газа антибо закончено. Так, распылить мы его не можем, да? Ну-ка еще раз. Ну да, этим мы занимались, когда играли за Леона. Временная регистрация. Так, временная регистрация пользователя для зала эксперимента с культурами. Имя пользователя – гость, пароль – нет. Действительно, 24 часа. Ключ-карта. Так, масло разлито по всему полу. Давайте возьмем аптечку. Опачки. Тут у нас компания. Стопни. Воу. Как четко-то. Отлично. Почему-то я думал, опять будет сложнее. Так, две упаковки гранат. Еще записывающая лента. Вот они, самые, которых я ненавижу больше всего. Так. Отравлен. Блин. Отравили. Так, синяя трава у нас здесь.
снова живые, ну нафиг. Давайте. Оп. Пробегаем. Так. Чтоб тебя. Фу. Так, вот это уже жесть. Еще один. Бери. Напряженный момент, если честно. Давайте-ка. Опа. Оп. Чтоб тебя. Так, я что-то так думаю, надо брать гранатомет. Пистолет здесь уже бесполезен будет. Арбалет тоже что-то как-то не очень. Но арбалет оставим для некоторых. Вдруг зомбаки будут. Электропушку тоже уберем. Аптечку возьмем. Возьмем такие кислотные. Ключ нам сейчас понадобится. Ну и... В принципе, все. А, он полностью заряжен. Ну и здорово. Так. У нас есть ключ-карта. Сходим сюда. Тут у нас мотылек. Наверное, сделаем вот так. Точно. Так, надо очистить. Пользуемся компьютером и вводим гость. Регистрация завершена. Вот он, шкафчик. С оружием. Вот, отлично. Еще гранатки. Сейчас там зомбаки у нас будут.
Здорово. Какой ты живучий-то, блин. Так, закончились. Пошла в ход тяжелая артиллерия. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ключ от силовой. Ну и вроде как все. Так, пока. А. Давайте арбалет выбросим. Аннет, где Шерри? Но я ее спрашивала, и она никогда не слышала даже слова G-вирус. В какой комнате? Скажи. Шерри! Нет! Аннет! Образец вируса в кулоне Шерри. Так, нам теперь надо выручать Шерри. Еще эти растения. Думаю, наверное, их не будем убивать. Ах ты. Козел. Траванул все-таки. Есть. Такс, тогда надо. Травку съесть. По-моему, есть зеленая и синяя. В принципе, можно вот это съесть. Отлично. Так, для начала давайте. Сходим еще в одно место.
Не помню, правда, что здесь лежит. Оп-оп-оп-оп. Чтоб тебе. Так, зачем же мы сюда пришли? За гранатами. Потратили и аптечку, и отравились. Необдуманный поступок, надо было сразу идти к Шерри туда, в силовую. Придется съесть еще одну аптечку сейчас. Ключ. В смысле? А. Вот я туплю, а. Это от силовой же. Так, ну теперь куда мы двигали ящик тогда? Сюда нам и надо. Здесь у нас находится силовая.